Есть такая историческая легенда. О ней рассказывал мне мой друг, который утверждает, что он своими глазами видел этот документ. В 1921 году, во время переброски первой конной армии из Польши на Северный Кавказ, якобы вышел приказ по первой конной армии, в которой ни много ни мало говорилось о том, что командирам, политработникам и коммунистам приказано в месячный срок покончить с буржуазной привычкой колоть себе морфий и нюхать кокаин. Время-то суровое было. 17-е, 18-е, 19-е, 20-е годы, Балтийский чаёк, да и народ был такой ломаный. И вот якобы в одном из санаториев Пятигорска, сдав свое боевое оружие и оставив себе только партбилеты, собралась группа командиров и партработников первой конной армии. На протяжении нескольких дней под алкоголь они вели постоянное собрание, рассказывая друг другу о том будущем, в котором они обязательно будут жить. К этой группе принадлежали, опять же, по этому историческому анекдоту, люди, которые впоследствии станут генерал-полковниками, генералами армии, корпусными комиссарами, а то и, может быть, маршалами. К чему это? К тому, что ежели у тебя есть будущее, ради которого стоит жить, ради него можно переломаться, перетерпеть, прорваться и идти дальше. В 90-е годы это было тяжело. И тогда я просто помню это, заклинал тех людей, которые приходили ко мне бросать наркотики. Ребята, говорили, погодите, подождите немного. Скоро появится будущее. Скоро появятся возможности. Скоро России будете нужны. Вы знаете, дороги, понятное дело, расходятся. Кому ж хочется вспоминать, что он обращался к наркологу, к психотерапевту и так далее. Но иногда через вторые, третьи руки до меня доходят известия о людях, которые когда-то я говорил эти слова. И вы знаете, многие из них прорвались. Многие из них живут жизнью, в которой есть будущее, который есть настоящий, ради которого они когда-то переламывались и шли.